Площадь земель в фермерском хозяйстве распределена следующим образом. Пашни занимает 12 га, пастбищ 17 га. Какой примерно процент площади занимает пашни? Для того, чтобы решить эту задачу, надо понимать, в принципе, что такое отношение чисел. Но в целом оно решается следующим образом. Какой примерно процент площади занимает пашни? Пашни занимают в сумме 12 га. Вот. Значит, 12 мы делим на 12 плюс 17. И это приближенно будет равняться 41. Процент. Конечно, здесь еще надо на 100 умножить это отношение. Вот и все. Это то, что нам надо найти. Это суммарная площадь. Поэтому мы то, что нам надо найти, делим суммарную площадь. Получаем часть, умножаем на 100%, получаем величину в процентах. Значит, результат у нас будет 41%.